Всем привет, ребята, с вами VJ Dream, и я решил открыть на видео сундучок. Вот такой вот сундучок. Благодаря тому, что ГН продлили ивент Liebenstein, мы смогли накопить эти загадочные жемчужины, потому что, чтобы сделать этот сундучок, там еще десятка аж требовалось, это просто пипец. Я уже думал, что зря даже его делал, поскольку там 10 штук я бы просто тупо не накопил, чтобы его сделать. Это нереально за такое количество времени. Они нихера не падают, там, по-моему, пару штук всего выпало. Но благодаря тому, что они продлили этот ивент, мы смогли получить этот сундук. Ну и заодно просто, чтобы еще что-то открыть, я открою вот эти вот золотые кольца, 10 штучек. Я их открывал уже на самом деле очень много, но я открывал по одному, по два, по три подряд. И честно, выпадало только одно говно. Но я ни разу не открывал сразу десятку, как я это делаю обычно. Поэтому я решил попробовать здесь сейчас открыть сразу 10, дабы... Ну, как бы попробовать для интереса открыть не по одному, а сразу много. И да, ребята, 60 уровень, можете меня поздравить. Получил 60-й, добил прям, сидел и подзадротил мальца. А то последнее время я только пвпшился и нихера не качался. Вот у меня наконец-таки 60-й. Ну, ладно, без лишних слов. Поехали, эти, наверное, откроем подряд, поскольку, в принципе, с них все равно падает одно Г. Но, тем не менее... Давайте на 20 секунде пооткрываем все. Надеюсь, что может что-то хорошее таки выпадет. Кто его знает? Ну, мне уже падали эти штуки, но единственное, что мне нифига не выпало с них в принципе. Только один калды и повыпадал, блин. Обидно на самом деле. Такой себе ивент, честно говоря. Я не могу сказать, что он мне как-то дико понравился или он какой-то дико нужный. Вот выпадает чаще всего вот эта вот штука, и что мне с ней делать? Еще часто выпадает для лошадей это зелье там по ремеслу и что-то там еще. Мне нахрен оно не нужно, серьезно, я не знаю, что мне с ним делать. Но оно падает. Вот зелье жизни и опыта мне сейчас тоже не надо, хотя на самом деле я 61-й тоже брать планирую. Но, скажем так, жопу рвать, чтобы его брать, я не стану. Стану так, качаться. Ну, типа, когда время есть. Короче, пока что мы видим, что выпадает только один какой-то кал. Ну, посмотрим. Может, мне сейчас с этого ржавого упадет что-то хорошее и полезное, кто его знает. Мне еще, по-моему, ни разу, блин, с этих ржавых ничего нормального не падало. Я, во всяком случае, вообще такого не помню. С того-то понятно, что выпадет, скорее всего, кольцо, хотя, может, и какой-нибудь там огр, почему бы и нет. Они сейчас дешево стоят, но когда-то это пройдет, если какой-то ивент опять на них не замутит, и они станут стоить подороже. Ну, по логике. Но вот только когда, вопрос хороший. Так. Сколько мне там осталось, я вообще не посмотрел. Точка. Это точка у нас. И точка на... О, кстати, нормально. Чуть точка на оружие. Она стоит неплохо сейчас. Сейчас точки вообще подорожали. Все можно по максам отдавать. Очень-очень-очень даже не... Ну, вообще в тему. Серьезно. Оп. Я, правда, сейчас точу свою каранду на 19, и я ее... Попробую вогнать с этими кронами, поскольку у меня за те ивенты накопилось очень много крон. И сейчас, как вы знаете, скидки на костюмы. Я костюмы скупаю, разбиваю на кроны и просто коплю кроны. Мне некуда их девать. Вот это вот хрень не выпадает, про это я имел в виду. Мне некуда девать эти кроны, и я, скорее всего, просто один раз тыкану кронами, а дальше я, честно говоря, не знаю, что стану делать, поскольку фейлов у меня нету, чтобы возвращать, если что, на 18. Но там уже стану думать. Так, ну по итогу у нас получилось два вот таких. Посмотрим. Оп. Фак. Оп. Фак. Да, собственно говоря, это очень-очень, блин, ожидаемо на самом деле. Обидно. Я все-таки надеялся, что хоть что-то интересное да выпадет. Ну что, блестящий сундук Liebenstein. Liebenschei, точнее, блин, почему Liebenstein? Что-то немецкое мотиво. Оружие огров, серги тундра, пояс василисков, кольцо защитника храма. Я думаю, что выпадет кольцо защитника храма, потому что оно мне выпало предыдущие разы, там с какой-то хрени, я уже не помню. В общем-то, оно самое дешевое, у него самый большой шанс выпадения, но посмотрим. А вы делаете, соответственно, свои ставки и проверим, что же получится по итогу. Ну что? А, давайте подождите по традиции. Надо сделать традиции, все как положено. Как говорится, пробежаться, пройтись, поставить, мать его, блок. Ладно, кинули ульту, это не блок, но пофиг. Тоже неплохо. Оп, и погнали. Давайте на 15 секунде.
Посмотрим, что выйдет. Ну давай, тут пхек говорить бесполезно, но я скажу, там огр, например. Все-таки он дороже всего сейчас стоит, хоть он и дешево. Ой, на 15 хотел, заговорился, и давайте на 7. Огр. Ну, да, это более чем на самом деле ожидаемо. Собственно, то, на что я ставил, то я и получил, поскольку... Это логично, но самое часто выпадаемое здесь. Здесь, как говорится... Вэх. Ну все, ребята, в общем-то, спасибо за просмотр. Надеюсь, видюшка понравилась. Сделал ее покороче, открытие всех этих тем. Так что вот. Все, всем удачи, всем счастливо. Ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Это помогает. Все, покедова, до следующего раза.